После терактов в Брюсселе Росавиация усиливает меры безопасности в аэропортах нашей страны. Соответствующую директиву ведомство направило во все воздушные гавани. Службы аэропорта, в том числе Ярославской Туношной, работают в усиленном режиме. На входе в здание аэровокзала идет тщательный досмотр пассажиров, их личных вещей, багажа с применением спецсредств. Кроме того, детально досматриваются грузы и почта, прибывающие в грузовой терминал. У нас все работаем в штатном режиме, у нас вопросов по безопасности на сегодняшний день нет. В любом случае, после любых авиационных событий, происшествий, инцидентов, мы принимаем усиленные меры по обеспечению авиационной безопасности. Дополнительные инструктажи, видеонаблюдение, то есть усиленные, периметров, контроль периметра, проверка постов, то есть контроль экипажа, предполетный досмотр экипажа. Все это входит тоже в соответствующую программу обеспечения авиационной безопасности.